Так, теперь вот это просто фотография учебная. Вы видите эту тень? А теперь сравните. Это у меня, но у меня так получилось, какой бы я ни был, сам себе умным кажусь. Ну, где солнце, там и так растет. Где тень, ни хрена не растет. От жадности садил. Все подряд. Место-то где взять? На стороне нет места. Вот это питомник, плавно, помните, я рассказывал, кочующий питомник. Он стал маточным садом. Видите? Вот тут же рядом еще. Места так мало, что даже во вред вот эти вот. Это прививки этого года. Смотрите. Хоть я показывал, что снег снегом, но под бутылками они быстро в рост пошли. Вот. А вот это уже навсегда маточный сад. То есть, как навсегда? Они потом мешать друг другу начнут. Но они сами решат. Кто задавит друг друга, тот и задавит. Выпилить недолго или вырубить. А кто останется, тот значит хорош. Это та же самая селекция. Это маточница. Ну, это фотографии, чтобы вы знали. Еще раз. Прививка почка. Если я прививаю, мы уже видели, да? Две-три почки. Это, черенок. Часто два черенка, так? И тогда, конечно, все это остается или один побег, или остается, кстати, здесь, по-моему, прививка почка. Да, прививка почка, это не мое. Так, и теперь, значит, или остается у меня, то есть получается от двух до шести почек, может быть. Вот. Среди них находится хотя бы одна ростовая. Ну и крепкий саженец. А вот откуда вот это берется? Оттуда, от верблюда. То есть у человека, у того, кто занимался прививкой, почка попалась плодовая. Вот она и все превратилась в плодовую веточку. Ой, сколько их на рынке. Даже двухметровая, смотришь, а двухметровый. Ой, все, ладно, проехали. Это надо в натуре все показывать. Вот эту фотографию. Я застолбляю много этих, застолбливаю, или как там, застолблю, застолблю-лю-лю. Это вот погибшие две прививки мои, и это абрикос маньчжурский, и он оброс, вон же плодики, видели? Вот, он оброс вот такими вот веточками. Ну, кто-то бы сказал, караул, загущение. Кстати, никакого загущения я не вижу. Абрикосы довольно быстро, они, вот смотрите, видите, здесь ничего нет. Страшные морозы, и вот здесь вот быстро-быстро оголяется, вот это уже оголено. Поэтому никаких не может быть речи о никаком осветлении дебильном, что мы проходили, да? Не может быть. Это раз. Но главное, я ввел термин инфицирование. Еще один, опять, я уже думаю, в этом, в лечебном, то есть в академическом зале хохочет или нет. Инфицирование придумал я. То есть прививка или чуть-чуть пошла, погибла, или сразу погибла. Но смотришь, ну, химера здесь слово может подходит, может нет, кто захочет, может пришлепнуть, как нас Латинковым, словом химера, ну, пришлепывайте. Вот. Но здесь я ожидаю плоды не маньчжурца. Вот. Интересно жить. Второй пример еще ярче. Вот то, что называется химера. Чуть-чуть ниже границы прививки. Это королевский, последний год, наверное, живет. Он уже на три четверти голый. Ему 32-34. Если брать от прививки 32. Так. От времени прививки. И вот он в нижней части, ниже прививки, дал вот этот побег. Я жду от него чуда. Не дождусь, не дождусь, все равно под пилу пойдет. Вот. Но здесь плоды роскошные, королевские. Показать вам их? Это просто, чтобы интересно было. Вот фотогалерея под лицом. Сейчас я вам покажу. А мне всегда так. Вот это королевский семенничавшего дерева. Королевский, но... Ладно, проехали. То елки. Вот же он, на самом на виду. Вот это и есть королевский. Вот. Ну, пойдем дальше. Вот. Так вот, представляете, маньчжурец, да?
Самые мелкие плоды у него. Как у голубя, чуть больше. Как яйца у голубя. Ну как помереть-то спокойно? Ни за что. Вот учебный снимок. Давайте по порядку. Смотрите. Она закончила университет. Я ее учу плевать. Университет не научил, я учу. Значит, почему палочкой вот так? Дело в том, что вот мазь, она очень нужна, защищает торцы. Но опаснейшее явление, это когда мы закрываем ей эту... Ну, как бы избыток, это когда лишнее попадает прямо на кору. Результат, смотрите. Это мы с ней наработали так. Вот, видите? Начинает гнить. А потом мы еще с вами будем, у нас две огромные темы. Хотите еще годик-два позаниматься? Вот так. Две огромные темы. Я же не все время буду тут проклинать. Так вот, одна из них это фотографии понаделал сотни из разных журналов. Дебильных журналов, макулатуры называют, да? Кстати, вот жалко, вот она, видите, персик пошел, вот, живой. Прививка пошла, ну, может умереть. Почему? Вот здесь было нами неаккуратно замазано. Вот сам принцип, вот он. То есть я уже и сказал, берем тоненькую веточку и аккуратно-аккуратно наносим, чтобы это, и все равно. Вот. И тут же я вам покажу фотографию, где написано, что надо мазью закрывать. А уже, по-моему, было. Я в каком-то из вебинаров проклинал. И полностью вот так вот взять и все замазать. Чтоб не испарялось. Это один идиотизм. И второй я тоже проверил, когда я погубил их много десятков. Это когда парафином посоветовали. Я сделал, да, парафином. Тоже погубил. Вот. Вот так вот. Это наша макулатура. Вот. И самое интересное, что это никому не надо. Вот. Те, с которых я не проклинаю, а не люблю ученые, они такое впечатление, никогда в руках нож-то не держали. Ну а как, если ее не учили? Значит, учителя не знают в университете, как прививать, раз ее не учили. Ладно. Эту фотографию я делал на пути в Красный хутор. Это самая красивая ранетка, которую мне довелось увидеть. Она потом еще красивше стала, но... Вот, короче говоря, если брать с нее семена, кому-то из вас, не мне, это для меня это не потянуть, выращивать их и получать декоративное растение. Оно несъедобное, но декоративное растение замечательное. Вот. И они могут украшать. Она и потом останется такого цвета после цветения. У нее листья такие. Красота. Вот. Ну, а теперь смотрим сюда. Это у меня 6 лет назад купленное. Вы помните название сегодняшней темы? Первый пункт идет прогулка по саду. Гуляем, немножко погуляем, потом вернемся к письмам. Вот. Колновидка, купленная мною. Вот эта часть отмерзла сразу. Видите, здесь пень. Сбоку росточек сохранился. Еще жива. Но надежды все-таки с нее взять черенок на прививку пока не удается. Это одна. Две я купил по 500 рублей 6 лет назад. Вот. Но мне не пригодилось. Она, вот на этой было два яблока. У меня есть старая фотография, вот на ней два яблока было. Вот. И она мертва. На 6-й год все-таки мороз ее добили. 40 градусов не шутка. Вот сбоку росточек, видимо, под снегом отлежался. Вот это все мертво. Это ждет миллионы. Я так представляю. Что интересно, в истории с редчайший случай, когда предлагают колновидки, когда другое предлагает, там вранье на вранье, и враньем погоняют. Каждый раз я вижу колновидное написано. И точно колновидное. Ну, фотографии они делают с интернета, это 100% берут там. Они в 100 случаях из 100, в 1000 случаев из 1000. Но колонетка настоящая, и корни настоящие вегетативные. Раз. И все колоновидное. Но не живут они.